Анатолий Малыхин. Я к этому бойцу отношусь чудо в перьях. Я до этого нигде не был, я в номере весь день спал. Значит, если он тебя сегодня будет душить, ты не уснешь, потому что ты уже выспался. Можно и так сказать. А какая самая большая цель? Меня поят в UFC, иншаллах. Из-за травм не получалось. Какие травмы тебе мешают? Никаких. Дедушку не жалко бить? Нет. Не женат, холост. Имею 3 по 5. Квартира, все дела там. Химик Дозиметрис вместе со своей женой там что-то обсуждают. Друзья, турнир только начался, и вот уже за моей спиной спортсмены сейчас оказывают медицинскую помощь. Но если он планирует бороться, значит, ты с ним тоже планируешь бороться. Будет борьба, будем бороться. Зефир бывает сладкий, бывает без сахара, поэтому, я думаю, ей будет некомфортно со мной. Дайте нам это бразильца. Состояние такое 40%, наверное, от 100% готовности. Набегивал много, потому что с зала не вылазил, бегать пришлось много. Геройство в тяжах не всегда, знаешь, оно на руку. Перегрелся или что, кровоизлияние было в моем мозге. Добро пожаловать в Минск на международный турнир MMA Global Series 86. Сегодня мы станем свидетелями захватывающих боев, где в нашей клетке встретятся не только белорусские атлеты, но и звезды из России, Бразилии и Таджикистана. А в центре внимания главный бой вечера между бьющими тяжеловесами Андреем Жуковским и Дмитрием Меженко. С вами Виктория Цуховская, и я сегодня буду вашим гидом в мире ММА. Мы заглянем за кулисы турнира, пообщаемся со спортсменами и увидим, как они готовятся к своему выходу. Мы начинаем. Лер, у тебя уже большой опыт выступления на разных площадках. Значит, смело ты можешь, в принципе, оценить свою позицию, наверное, еще не выходя на бой. Чем опасна для тебя Джози? Скорее, я для нее опасна, чем она для меня, на самом деле. А чем ты опасна? Зефир бывает сладкий, бывает без сахара, поэтому, я думаю, ей будет некомфортно со мной. Она, наверное, тем более на диете, да? Вот, наверное, да. Когда дерутся девушки в клетке, мало остается равнодушных людей. И много кто, ну, как бы за, кто-то против. Чаще всего говорят, иди вари борщи на кухню, твое место как бы на кухне. Вот что бы ты бы ответила этим хейтерам? Ну, для начала пускай они сначала научатся сами что-то делать своими руками, хотя бы гвоздь забить в стенку. Диванных критиков на самом деле много. И сколько у людей, столько и пошли они. Друзья, турнир только начался, и вот уже за моей спиной спортсмены сейчас оказывают медицинскую помощь во время боя. Произошло страшное. Секунданты говорят, возможно, перелом бедра. Друзья, наша камера сейчас запечатлела слезы спортсмена. Я уверена, сейчас он плачет не из-за того, что ему больно, а из-за того, что он не успел все показать, не хватило времени, и он проиграл. Саш, ты имеешь опыт выступления в больших российских лигах. Как ты думаешь, почему ты сегодня выступаешь именно в середине карда, а не возглавляешь его? Даже не знаю. Наверное, ММА-серия дерутся в основном в карде тех, кто давно дерутся, и звезды, ну, так сказать, лиги, тем более тяжеловесы. Поэтому, я думаю, поэтому. Что можешь сказать о сегодняшнем сопернике? Соперник, борец, будет много бороться, я уверен. Стойки, не знаю, увидим мы, не увидим. Возможно, будет и стойка, но я думаю, будет динамичная борьба. Ничего не особо не знаю про него даже, поэтому буду действовать по ситуации. Но если он планирует бороться, значит, ты с ним тоже планируешь бороться? Будет борьба, будем бороться. А борьба бывает ли красочная и интересная, либо ты сегодня сможешь показать? Мы увидим ее, я думаю. Здесь под ярким освещением спортсмены демонстрируют свою волю к победе и мастерство. Александр Ковалев против Фарзина Чиндонова. За моей спиной. Thank you.
Мне кажется, этот поединок был настолько напряженным только из-за вас, потому что после 100 раз давай, я уже сбилась. Потому что это молодой, у него рекорд 2-0, а соперник, он боится ACA. Он почти 20 боев. У нас был риск, только резня 2-0, он молодой. Это нам следующий бой. Вот это, который выиграл наш брат, 66. Он 66 выступает. Это белорус, который... Бразилец. Дайте мне его. Дайте нам этого бразильца. А какая самая большая цель? Меня поят мне все, иншаллах. Сергей, мы виделись с вами пару месяцев назад, и вы говорили, что у нас в ММА-серии вы сможете подраться до конца года. Ну вот, по словам Федора Рыжова, как я понимаю, 14 декабря вашего боя не будет. Очень бы хотелось подраться, да, но были определенные свои нюансы. Почему? Потому что я должен был выступать на другом турнире. Потом там тоже соперник там травмировался, не получилось выступить, а тут уже договоренностей нету, и все будем делать после Нового года. Кого готовят вам, не знаете еще? Даже не знаю. Я человек такой, что мне всегда интересны какие-то новые вызовы, противостояния. Я себя чувствую отлично, так что всегда готов. Не могу не обсудить с вами мировые новости. Вот недавно Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну в UFC. И, да, знаете, вы были... Анатолий Малыхин. Я к этому бойцу отношусь чудо в перьях. Химик дозиметрист вместе со своей женой там что-то обсуждают меня. Я смотрю, там где-то в интернете случайно мне скинули ролик, там с женой обсуждаю, там Сергей Харитонов, уже карьера его закончилась, там что-то еще. Я говорю, блин, ну, тут даже жену свою настроил против меня. Я говорю, вот у них семейное противостояние с Сергеем Харитоновым. Я вообще, мое мнение... У меня вообще уважения нету к бойцам, которых еще и жены секундируют. Жена может сидеть это в зале. Жена может сидеть, быть гостем на мероприятии. Но жена секундирует. Смех и грех. А почему, как вы думаете, она секундирует? Она сама спортсменка? Потому что, видно, она над ним какое-то влияние имеет. Ну вот, знаете, есть такие мужчины, которые нравятся, когда их женщины доминируют над ними там. Наверное... Какая-то у них своя какая-то игра ролевая там, знаете. Может быть, они там устраивают какие-то самые там свои какие-то ролевые игры. Понимаете, о чем я говорю? Ну, смех и грех. Позорище. Ну, вот я говорю, что вот это три пояса, вот это я самый лучший, самый сильный, блин. Проиграл кому-то Умару Кейну. Кто это вообще? Я такого бойца даже знать не знаю. А почему вот он чудо в перьях? Вообще, что значит чудо в перьях, это, вот если ну, так? Чудо в перьях – это... Человек, который кричал на всю планету, что он там какой-то лучший боец, там, с Фрэнсисом Нагану он хочет драться, там, еще с кем-то. Ну, человек денег хочет доработать, видно, да. А так, на самом деле, ну, звать никак. И химик дозиметрист, повторяю. Игорь, на этот раз станет твоим соперником Марсель Сантос. Каким образом будешь собираться урвать у него победу? Любым, каким придется. Но так как меня рекламируют как борца, скорее всего, все будет в борьбе решаться. Для тебя это какое-то психологическое испытание драться с таким опытным соперником? Да не то чтобы, просто очень интересный бой. Я тренера своего очень много просил, чтобы нам он его сделал, чтобы прям вот в этом рекорде, в котором есть, чтобы я там побывал. И я, наверное, год просил. Да. И вот случился. Ты именно год просил с Марселем Сантосом подраться, да, либо прям хотел, чтобы мы подрались, и тренер все с Федором там обсуждали, и ну вот дошло до этого. А чем он тебя так привлекал? Почему именно он? Слушай, просто... Ну, он сам по себе очень крутой такой дедушка, и мне очень хочется, ну, проверить себя с ним. Дедушку не жалко бить? Нет. Ну, это же профбои тут как бы... Либо он меня будет бить, либо я его тут... Ну, хотя дедушка-то такой сильный, он кому угодно сам тут может навалять.
Андрей, как себя чувствуешь? Вот без камер мы с тобой поговорили, и даже у тебя были мысли, что, возможно, ты и не выйдешь сейчас на этот бой. Но вижу то, что ты уже переоделся, сейчас как бы разминаешься, готовишься? Ну, пробую разминаться, смотрю на состояние. Сейчас как-то состояние такое 40%, наверное, от 100% готовности. Какое-то состояние такое головной боли небольшое еще присутствует. Надо окончательно какое-то решение принимать и срываться все не хочется. Как бы. И главный бой сейчас, и много людей пришло болеть. И в то же время вот это лишнее геройство, вроде уже и опыта набрались, как бы понимаем, что лишний раз геройствовать не надо. Все в каком-то подвешенном таком состоянии, потому что самочувствие не самое лучшее. Тем более еще и в тяжах. Тоже я тебя сейчас поддержала, что геройство в тяжах не всегда, знаешь, оно на руку. Но что с тобой случилось? Насколько ты себя плохо чувствуешь? Что произошло? За сколько дней до боя? В понедельник, получается, сегодня среда, вот за три дня. В понедельник с утра проснулся, болело горло и чуть-чуть приподнималась температура. К вечеру уже температура поднялась, там 38,4, по-моему, была. Сбивали, не сбивалось вообще ни в какую. Вторник, получается, уже сколько там, сутки до боя, 39,5 температура. То есть, ну, она поднялась еще выше. Вроде бы получилось сбить все хорошо. Вечером себя неплохо чувствовал, сегодня утром, кажется, неплохо чувствовал. И вот опять начало сейчас подниматься, и держится вот такая 37,5-37,2. Самая такая противная температура, при которой головная боль, слабость небольшая какая-то присутствует. Вот поэтому я и говорю, что ну, чувствую себя по готовности, наверное, процентов на 40 из 100. Какие аргументы сам себе говоришь, за и против? Вот биться или не биться? Сколько ты уже по времени думаешь? Да, я не знаю, у меня вот эти все аргументы, они 50-50 и держатся. То есть пришли люди, ради которых хочется выходить. Сам много времени потратил на подготовку. То есть съездил на Кубок мира в Калининград, с Литари подрался. И вот сейчас как будто там суперфинал какой-то, нужно выйти, там, показать себя во всей красе. И в то же время вот эта болезнь подкосила в самый последний момент, когда не хотелось. К чему ближе склоняешься? Хотелось бы, наверное, выйти подраться, но серьезный соперник и в таком состоянии. Наверное, хотелось бы лучше попросить Лигу подраться в начале 25-го года с этим же соперником, потому что тогда я... Надеюсь, что никаких болезней не будет и выйду на 100% готовности, где мы сможем действительно закатить хороший, красивый бой. Спустя несколько часов размышлений Андрей Жуковский все-таки сделал свой выбор, и он решил не выходить сегодня на события. Спешим сейчас к Дмитрию Виженко, чтобы обсудить данную новость. Дим, вот хотела пообщаться с вами до боя, но вы сказали, что только после боя поговорим, а бой-то не состоится. Обидненько. А мне кажется, я раньше знала, чем вы. Потому что Жуковский не отказал в интервью, и он вот мешкался. Он думал, идти, не идти на бой. Он себя чувствовал плохо. Когда вы узнали и в какой момент то, что боя не будет? Я уже разминаться начал. Это, получается, за 5 боев до своего боя я начал потихонечку двигаться. И меня вот подозвали, говорят, температура у человека. Это. Я говорю, еще, ну, говорят, все, боя не будет. А до этого вообще вам ничего не говорили? Вообще ничего никто не говорил. Я до этого нигде не был, я в номере весь день спал. Это правда обидно прилететь сейчас в другую страну, находиться в Минске, главное противостояние вечера. Насколько вот огорчены, насколько вот ну, какая-то такая печаль сейчас внутри, либо наоборот? Печали никакой нету, это жизнь. Первое, это у человека здоровье, самое главное здоровье. Если температура, если болезнь, сами понимаете, всякое может же произойти. Зачем? Организаторы, как говорится, предостерегли себя для того, чтобы не было, как говорится, последствий. Всякое бывает. Сколько смертей бывает, перегрелся или что, кровоизлияние в головной мозг. Это не нужно. Здоровье в первую очередь. А не было мысли подойти к нему, например, сказать, Андрей, давай, ну, как-то я тебя там, не знаю, не буду сильно гонять, может быть, сделаем с тобой, ну, легонечко. Я не такой человек. Выходишь драться, значит, драться выходишь. Нету такого, чтобы... Я могу во время боя где-то, когда сильно начинаешь бить соперника, ну, жалость проявить, потому что иногда бывает, что говоришь, я тебя бить уже не хочу, и все, и бывает такое, честно. А... Такого, чтобы подойти и договариваться, это договорные мои, не мое. Бои не мое.
А у вас было когда-нибудь, что сам не выходил на бой? По какой-то тоже причине? Нет, у меня такого не было. По любителям, когда выступал, у меня было, что я палец сломал, по-моему, на руке, на чемпионате Европы не выступал. А так, вроде в любом состоянии, даже температура, когда была, выступал. Вы недавно, Дим, выиграли у Скотникова. Открылось ли второе дыхание после этого? Ну, готовился уже по-другому, честно скажу. Уже набегивал много, потому что с зала не вылазил. Бегать пришлось много. Потому что давно уже не бегал, вообще просто давно не бегал. Застоялся, и не выступали давно тоже. И вот после борозы же, получается, у меня такой немножко спад был, как бы. И тут вот уже подвигался, а сюда уже готовился конкретно. Дим, мы приехали на твою родину, прилетели сегодня, еще не успели погулять. Расскажи, что интересного у вас в Беларуси, в Минске? Ну, Минск считается одним из самых чистых городов не только в Беларуси, но и в странах СНГ. Есть много достопримечательностей, так как город Минск – это город-герой. И, конечно же, это наша столица. Дим, какие у тебя вообще ритуалы есть или привычки перед боями, которые помогают тебе настроиться? Ну, в принципе, таких нету. Все как обычно. Там перед выездом посидеть на дорожку. И все. Поразмяться хорошо, главное. Просыпаешься, может быть, должен именно с левой или с какой, или с правой ноги, например, проснуться, встать? А я, ну, то слева, то справа. Я сегодня 3 раза спал, поэтому чередовал ногу. Как тебе удается спать? Ты не нервничаешь, что ли, днем? Ну, я не знаю, как бы гонял вес. А после весозгонки как-то не уснул и, ну, уже досыпал, так сказать, вот эти вот несвободное время. Тем более сон – это самый главный восстановитель. Значит, если он тебя сегодня будет душить, ты не уснешь, потому что ты уже выспался. Можно и так сказать. Насколько ты сильно мотивирован вернуться на победную тропу? Очень. Как бы много пожертвовал, уделял времени себе, тренировкам, как бы, при том, что работал сложно, ну… Дай бог, все получится. Саш, мы знаем то, что ты представляешь также зал «Груша», и недавно туда прилетал Хамзат Чимаев. Удалось ли что-нибудь подглядеть в его подготовке? Хамзата я видел, да, но он не готовился, он же сейчас буквально недавно провел бой, просто там преподает его тренер, пришел поработать с ним на лапах. Ну вот какую-нибудь мульку подметил для себя, чего-нибудь заметил такого, что он раньше ты не делал, вот что тебе, возможно, понравилось? Ну, я так особо пару раз только его видел. Многое не удалось понаблюдать за процессом его. А, насколько я знаю, ты сейчас принял бой с Дмитрием Засенцом за 3 недели. У него сначала должен быть другой соперник, но он как бы слетел. Вот. Ты был в форме, почему ты согласился биться с чемпионом Гран-при? Ну, потому что это хорошая возможность стартануть, заявить о себе. Я хоть и проводил один бой, и тем не менее, я всегда тренируюсь, поэтому я был в форме. А что было твоей мотивацией? Ну, моя мотивация – расти, побеждать, пока молод. Надо немножко газовать. Ну, получается, мотивация вообще сейчас всегда на всю карьеру побеждать. А вот главную цель какую ты видишь для себя? Реализоваться как спортсмен. Как минимум становиться лучше из боя в бой, расти. А любительская карьера у тебя какая? По кудо много выступал, на всероссийских турнирах, ЦФО выигрывал, областные турниры. На чемпионат России отбирался, из-за травм не получалось выступить. А какие травмы тебе мешают? Никаких. Этот вечер наполнен напряжением и ожиданием. Сейчас в клетке Дмитрий Засенец против Александра Мурадова.
Друзья, чтобы никому не соврать, я 5 минут назад посмотрела на часы и понимаю, что уже 5 минут сейчас продолжают фотографироваться со звездой, с местной звездой Дмитрием Засенцом. Такое ощущение, что сюда просто приехал весь Мозырь, чтобы поддержать своего спортсмена. А мы ждем окончания, чтобы взять интервью и поговорить. Дим, с победой тебя. Ты в первый раз в ММА-серии у нас выиграл, и ни у кого не возникло никаких разногласий. Ты, получается, растешь, эволюционируешь. Как ты? Я прекрасно. Давно не испытывал таких ощущений уже. Сколько? 3 поражения подряд, 2 в лиге, как бы, тоже, и 2 боя прям таких спорных, из-за которых, были такие плохие мысли, думал, уже... Типа старенький, нету развития, думал, уже надо идти на завод, все дела. Ну так как-то подсобрался, родные, близкие тренера, сокомандники, так сказать, братья, мы сказали, надо продолжить, типа, как бы, как говорится, чем тернистее будет, тем он сладче у самураев. Вот. И как бы начал просто прогрессировать, начали работать. Все то же самое, только до мелочей разбирать, что не получалось. Вот результат. Подготовку ты поменял свою, либо еще помимо подготовки ментально перестроился? Ментально я уже, вот ты меня спрашивала перед боем, типа, сильные стороны, и типа, какие ты знаешь слабые. И я знал, что я ментальнее, как бы сильнее его 100%. Пацан горячий. Я просто, когда я смотрел на него, я просто трохи вспоминал себя. Такой он со мной начал... Типа ментальную игру играть, вот это вот щупать. А изначально первый СБ, который смотрел, он просто, как я, как пацаны говорят, отморозок, тапок в пол, газуешь и все, и просто у тебя нету. А мне надо было походить, я удивился, что он не начал сразу на меня нагнетать, я понял, что он в моей игре. Ну, сегодня ты пропустил нормально, у тебя вон как сейчас свисает. Вообще у тебя знаешь сейчас, как сильно глаз начинает опухать? Это он мне попал, когда, получается, он сидел в полгарде. И получается, он начал вставать, и вверх поднялся. А при давлении я должен голову сместить, и получается, он мне бородой воткнул. Я сразу понял, что что-то он как-то попал, и я понимаю, что бородой своей, и что-то что такое нависло, и все. Болит сейчас, нет? Не, я вообще, я замечательно себе, только чуть-чуть нога почему-то правая устала. Одна именно? Да. Может, ты бил чаще? Не, я бил, но голень не болит, а болит почему-то тут, хотя он бил колено сюда. Зрительно все это. А завтра у тебя отечет, заплывет глаз весь. Я прям это уже вижу. Тебе идти завтра на работу? В пятницу. Куда? В школу? Ой, ты сейчас в колледж, в технику. В колледже. Ну все же знают, что ты боец, а тут скажешь, что ты не боец, а... Пацан с подворотни. Расскажи интересный факт о себе. Я с Мозыря, с 5-го района. У меня есть высшее, среднее образование. Что у меня еще есть? На следующем году, наверное... Буду на 2-й выше поступать. Не женат, холост, имею 3 по 5. Квартира, все дела, там туда девочки, там номерочек будет снизу. А так, обычный парень с Мозыря, как бы, кто знает, тот знает. Самые приятливые пацаны Мозыря. И на у вас-то что случилось? Устал. Сильно устал. Не устают так вот просто? В обморок упал, либо что случилось? Нет, просто человек останавливается, перестает работать, функционировать. Это нормально. От лактата и молочной кислоты. Молодец, все равно доработал. Был хороший, да. Да, был хороший, молодец. А что хотели? Засенец, извините, чемпион гран-при. Да. Сотрясение, какие-то сильные удары, получается, пропускал? По итогу такое накопительное. Мы будем оказывать помощь. Конечно, все, извините. Все серьезно? Нормально. Вы забираете его в больницу? Походу, не хочет. Не хочет? Не хочет. Вот и подошел к концу наш турнир. Мы увидели яркие поединки, невероятные эмоции и даже спортивные драмы. Это была клетка Виктории Цеховской. Но вас еще ждет полный обзор турнира в телевизионной программе «Территория MMA-TV.com». Премьера уже в субботу. Всем пока!